Привет, брат. Ну, привет. Будет задавать реальный пацан Вова. Уважаемые знатоки, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косих и не отдал. Месяц назад Колян занял у меня 3 косих. Мать, короче, присылает пацану на кичу маляву, ну, типа, сынок, ты как на Криту пішов, по хозяйству жопа настала. Типа, уже весна пришла, надо огород перекупать. Ну, привет. Ну, привет. Ну, привет. Если что нужно, спрашивай у главного. Если что нужно, спрашивай у главного. Ну, привет.
Ну, привет. Ну, привет. Слушай, все вопросы к главному. Привет, брат. Ну, привет.